20 февраля стартует прием заявок по первому потоку на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Прием заявок продлится до 3 марта. На каких условиях будут выдавать гранты и кто может на них претендовать, смотрите в нашем следующем сюжете. В рамках первого потока планируется охватить 132 человека, однако количество заявок на получение государственных грантов не ограничено. Максимальный размер гранта 400 МРП в денежном эквиваленте, сумма составляет 1 миллион 380 тысяч тенге. Прием заявок проходит в онлайн-режиме на портале «Бизнес Янбек». Любой желающий может из числа безработных и индивидуальных предпринимателей зарегистрироваться с помощью электронно-цифровой подписи. Однако имеется условие соответствия данных граждан одной из социально уязвимых слоев населения. Это у нас лица с инвалидностью, лица, воспитывающие детей с инвалидностью, члены малообеспеченных и многодетных семей, лица, получающие пособие по потере кормильца, а также переселенцы из южных регионов и лица, имеющие статус КАНДАС. Для начинающего предпринимателя должен зарегистрироваться на указанном портале, пройти проверку соответствия категории, а также скачать и загрузить на портал шаблон бизнес-плана и подписать все это электронной цифровой подписью. Участие в данной программе кредитования – отличная возможность получить стартовый капитал для начинающих предпринимателей. Одно из главных условий – наличие сертификата об успешном завершении обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес». Валентина Диденко, Досымбек Тукай, РТС Ақпарат.